Газета номер 3 за 2012 год от издателя. Вот интересно, тут баллада о здоровье посвящается Малахову. Борис Скрипник написал. Борис Скрипник, он сам ведет здоровый образ жизни, сам его преподает, освоил, или будем говорить, пользовался моими книгами и выделил их из всего, что он знал на эту тему. И поэтому вот так вот с благодарностью отнесся ко мне, написал такую вот балладу, посвятил ее мне, и дальше он ведет уже сам там какие-то курсы по здоровому образу жизни. Значит, как всегда, в апреле Луна рекомендует, то есть это у меня рубрика как и должна быть. Что у нас, значит, что тут у нас? Ага. Так, значит, в феврале начинается, Великий пост, и вот первое блюдо для Великого поста. То есть, как проводить этот пост, какие блюда можно есть, и я вот рецептуру и привожу в газете. Есть, значит, первое блюдо. Потом желательно вторые блюда. Ну, я посмотрю, я их, возможно, пропустил в какой-нибудь из газет. Вот уже в февральском номере на 16-й год я посмотрю и повторю. Значит, продолжается большая статья, что такое диабет. Значит, я ответил: введение, статистика заболеваний сахарным диабетом. Диабет сахарный, какие виды бывают, признаки диабета сахарного, изменения в организме при диабете сахарном, причины возникновения, профилактика и лечение, в общем, медицинские методы и осложнения при сахарном диабете, диетическое лечение и профилактика сахарного диабета. Хочу подчеркнуть, что до изобретения инсулина все лечение сахарного диабета заключалось, второго типа, заключалось в том, что рекомендовали диету, исключающую быстрые сахара. И этого оказалось достаточно. Значит, варианты очищения при сахарном диабете, физические упражнения как средство лечения и профилактики сахарного диабета. Это не я придумал, это придумали ученые, которые исследовали, которые вот нащупали, а за что, с чего все это бывает. Ванны для лечения сахарного диабета, лекарственные растения и профилактики лечения сахарного диабета. Есть такие лекарства, которые, вернее, растения, которые помогают лучше усваивать сахар, делать так, что он проходит в клетки, усваивается. Так, адаптогенные растения при сахарном диабете, другие средства для укрепления организма при сахарном диабете. Все можно использовать. Рекомендации ванги при сахарном диабете. И, наконец-таки, практика лечения сахарного диабета. Все-таки можно, знаете, много наговорить. Вот так, вот всяко, вот так хорошо я там слышал, а я там думаю это. А практика показывает, вы знаете, что это все отсеивается, это лишнее, вредное и не работает. А вот это работает. Кстати, уринотерапия довольно-таки хорошо в некоторых случаях при сахарном диабете второго типа помогает. Но только на нее не следует делать упор, потому что это все-таки имеет массу иных причин. Если вы думаете, что употреблением, значит, урины нормализуете там сахар, а при этом будете там варенье, если как прежде вели свой образ жизни, то толком ничего не будет. Она на каком-то этапе поможет, а потом все вернется так же. На круги своя. Опыт оздоровления с комментариями, киста яичника. Как ее лечить?
что делать. Так, а вот здесь описываю уже познавательно-практическом неправильное самооздоровление. Почему оно возникает? На что человек не обратил внимания, что у него получились отрицательные результаты выздоровления. Вот когда всегда человек берется за самооздоровление, самолечение, это не говорит и получает отрицательные результаты, это не говорит о том, что это плохое самооздоровление, самолечение. Это просто говорит о том, что у человека недостаточно знаний для того, чтобы квалифицированно себе помочь. Надо обладать знаниями. И вот как раз вот в этой газете, в школе здорового образа жизни, я их и излагаю. Для того, чтобы взялись с малого, и потихонечку к сложному подошли. И тогда, глядишь, человек понимает, почему с малого. Потому что вы что-то одно только применяете, ну, допустим, исключили только сахар из своего там питания, да? И у вас получаются определенные результаты. А когда вы, допустим, исключите сахар, начнете бегать, начнете голодать, начнете закаливать, какие реакции, что они сделали, то есть все сумбурно там произойдет, и вы не поймете, от чего вы получили там оздоровление, от чего обострение, от чего еще что-то там такое произошло. А то вы будете, по крайней мере, понимать, что с вами происходит. Сахара слишком много исключили, а он нужен. Значит, добавили там медка, добавили там сухофруктов, добавили еще что-то там такое. И тогда у вас получается то, что надо. А так вы запутаетесь, когда сразу применяется несколько средств, и вы не поймете в их реакциях на организм и ответных реакциях организма на них. Запутались, сбросили, и все. И все на этом закончилось. Так. У меня есть посвящение в рейки. Занимался я рейки. Дело, конечно, хорошее. Наша мысль, конечно, влияет туда на будем говорить, и на планету, и на Вселенную. Но вот насколько она влияет и каково это влияние? Это уже совершенно другой вопрос. И будут ли вас слушать там, то есть обладаете вы должной силой, чтобы осуществить это влияние. Можно мечтать о многом, а знаете, а сил иметь мало. Так, болезни и их лечение. Тут, значит, респираторная аллергия. Ну, тут попридумывают, конечно, много разного. Так. Придумывают очень много всякого разного. Делали анализ гормонов щитовидной железы, увеличенные гормоны. Ну, возможно, я согласен в том, что анализ, конечно, дело хорошее. Человек, вернее, врач, он понимает, что вот нормальная железа должна работать так, щитовидная. А вот нормально она работает, ага, вот таким вот образом. Ну и... А как это сделать? И вот тут-то сталкиваемся. А это вот надо, знаете, как исследователь, который, изучая образ жизни человека, находит в нем изъяны, за счет чего, щитовидная железа начинает давать сбои, начинает работать не так. Потому что любая болезнь, это просто щитовидная железа вот явно дала сбой. Но вообще-то это болен-то весь организм. И если мы только на щитовидную железу будем обращать внимание, а на все остальное нет, да и результат такой же будет. Знаете, все это временно. И вот в чем беда современной медицины? Пришел, а щитовидная железа, согласно анализам провели анализы, там и так просветили, и так, вот такие вот у вас, да? Значит, мы их будем пытаться сдвинуть не образом жизни, а, допустим, какими-то там таблетками или еще чем-то. И в итоге те изъяны в жизни, которые привели к этому заболеванию, не были устранены. Плюс добавились еще нагрузка от лечения.
Любое лечение есть нагрузка, особенно современно с использованием лекарственных препаратов, искусственных лекарственных препаратов. Школа здорового образа жизни, вот урок 3 об оздоровительных направлениях, какие они бывают. Далее идет литературная страничка, вот я пишу на основании, будем говорить, своей автобиографии, вот разбираю, вот что у меня было по жизни, и вот видите, вот этот вот раздел «Ненавидеть легче, чем любить». Знаете, отрицательно всегда принять легче, чем что-то положительно, или перекрыть это положительным. Это уже требует, знаете, усилия. А тут отрицательно мы на поводу своих эмоций. Вот такие они плохие, вот такие плохие пошло. А как сделать это хорошим? Как это сделать правильным? А вот это вот не знаю. Золотые правила молодой мамы, я уже рассказывал. Они очень хорошая статья, серия статей.